1977 год. Москва. Двухсерийный рассказ о жизни. Он пишет диссертацию, она аккомпаниатор, ее мама директор. Все живут в маминой квартире. Остальные занимаются частным бизнесом. Частные няни, подпольный риэлтор, приходящий логопед, вольный художник, который не то рисует, что ему мама сказала. В общем, добротная кинокомедия. Вы будете смеяться. Я тоже смеюсь. Но в этом фильме больше правды, чем в очень большой энциклопедии. Авторы картины собрали прекрасный букет советских актеров, которые сознанием жизни сыграли свои роли. В фильме показана не проблема отцов и детей. Коллизия этого кино – матери и дети. Все люди хотят жить счастливо. И это не зависит от возраста. Но от возраста зависит наличие у тебя собственной квартиры. Молодые люди живут в квартире родителей. Своя квартира у них может быть и появится, но это будет не скоро. Когда молодые Игорь и Лида станут бабушкой Лидой и дедушкой Игорем –